друзья, хотел бы зацепить тему тревога. Это, наверное, одна из щепетильных тем. Почему? Потому что, вот смотрю, очень не так много парней. Парни, поднимите руку. Девушек, как обычно, больше. Они меньше переживают. Они переживают только с таким материнским инстинктом, когда дети особенно, да. Ну и, конечно же, за свою вторую половинку тоже они сильно переживают, потому что у них включается такой бережный, такой, знаете, защищающий природой инстинкт, и они начинают свою вторую половинку беречь, там, смотреть за ним больше. Знаете, про мужчин говорят, там, работа, я мужик, там, что-нибудь сломалось, я мужик, починю, температура 37,1, все, я умираю, подождите, там, любимая, спаси меня. Вот, и сегодня зацепим тему тревога и поговорим. Когда я услышал, что будет такая тема, и мне нужно ее рассказать в плане спорта, я сразу задался вопросом, я могу ее рассказать в плане бизнеса, в плане семьи, в плане каких-то любых там отношений, взаимоотношений, ну и, конечно же, в плане спорта мы тоже об этом поговорим. В плане жизни встречается тревога абсолютно всегда и везде, и у всех. Почему? Потому что даже перед выступлением у меня была тревога, и сейчас я, как бы, знаете, все равно переживаю, чтобы рассказать вам максимально полезно, максимально доходчиво, максимально развернуто. Ну и, конечно же, если даже сейчас у вас будут задаваться какие-то, возникать вопросы, вы их или записываете, или говорите мне, мы сразу же будем об этом говорить и рассказывать. Спорт. Когда мы начали заниматься, ну, спортом я занимаюсь всю жизнь, потихонечку подведу к спорту чуть взрослой жизни, как тревога вообще всегда меня преследует. Почему? Потому что, вот знаете, сейчас такой вот мир, мир современности, очень сложный мир. Почему? Потому что раньше, когда у меня что-то не получалось, мне всегда говорили: ай, все, иди, ничего не получается, у тебя ничего не получится. Ну, вот были такие люди в жизни, которых я сейчас на лицо не помню, но помню, что они меня вот этим вот зацепили. Я был такой, что у меня не получается, хорошо, сейчас я тебе докажу. Я шел, брал и делал. Например, это была одна из такой ситуаций на мысу. Там ДК-водник, хоккей. Я ходил туда, оттуда начиналась вся моя карьера. И мы подтягивались на турнике. Я подтягиваюсь, и мне говорят: да кого ты, ладно, ты там маленький, у тебя что там, тебе легко, это вот мы большие, нам сложно. Все, давай там, ты ничего не умеешь, там, иди в следующий, в конец очереди. Я думаю, ладно. И вот с тех пор я начал всем почему-то доказывать. Сейчас в нашем мире маленькое обратное. Если человек приходит, например, там, ко мне в спортивный зал, и ничего не может, и я шуткой пошучу над ним, что он там дрич, например, все, это человек начинает очень сильно замыкаться, очень сильно обижаться. Ну, есть такие люди. Просто почему так? Ну, наоборот. Вот в Дагестане, когда были ребята-спортсмены на сборах, один начал прыгать в длину, чертит на ближу полосочку и прыгает. Через 15 минут пол Дагестана прыгало и устроили соревнования. Вот это вот заруба. У нас скажут: ладно, прыгай. Вот, дальше. Буду приводить такие некие примеры в жизни. Когда-то мне один человек сказал: вот знаешь, вот особенно 14-16 лет, когда юноша, амбиции, вот что такое страх? Тревога, ее можно по-разному воспринимать, как бы я считаю, что это одна из разновидностей страха. Это еще не страх, этого еще не произошло, но мы уже боимся. Но статусы ВКонтакте, если их прочитать и запомнить и пользоваться ими, то если проблему решить нельзя, о ней беспокоиться не надо. Если можно проблему это решить, то беспокоиться о ней бессмысленно. То есть в любом случае, когда вы себя успокаиваете, вы эту проблему решите или не решите. Это все равно период времени пройдет, жизнь пройдет, и все будет, ну, в любом случае хорошо, потому что мы созданы жить, чтобы было все прекрасно. Зачем нам жить плохо? Но когда меня начинают окружать люди, которые у всех негатив, недавно захожу девочке ВКонтакт, она уехала с Тюмени в Санкт-Петербург за прекрасной жизнью, за принцем, которого нет. Ну, в общем, я к ней захожу в контакт, начинаю с ней, раз, а у нее столько негатива. Я пишу ей: Аленка, ты что, ты успокойся, все же круто, классно, ты дыши, живи, вставай пораньше, ложись попозже, жизнь-то, я говорю, идет, не спи. Она: ну, знаешь, вот это. Я говорю: ну, раз в месяц, как бы, вам, девушка, можно там написать немножко таких вот плохих мыслей, говорю. Но, говорю, ну когда 14-й день-то после плохого дня наступает, там же, говорю, жизнь-то должна расцветать.
Я говорю, надо же, говорю, там, брать себя в руки. Вот мы с ней пообщались, поулыбались, она вроде как, о, ладно, круто, спасибо, что ты там со мной поговорил, там, маленько вдохновил. Надо вспомнить о своем парне, который у меня вроде есть. Я говорю, понятно. Ладно, Санкт-Петербург, большой город. Вот, и вот, когда люди окружают негативом, многие говорят, я не знаю, с чего мне начать, я не знаю, что делать. Один человек, сейчас буду по разным темам, примерам говорить, потому что очень много людей, о которых можно говорить. Всегда общаюсь с людьми для того, чтобы потом на лекциях, конференциях говорить о живых примерах. И только. Ну, в основном, в частности, о себе, но тем не менее, люблю приводить пример. Человек. Предприниматель-бизнесмен, который себя считает таким, занимается там одеждой, занимается много чем, но все у него плохо. У него один негатив. У него, вот знаете, вот он занимается. И ему раз в 8 утра, алло, не берет трубку, в 12 ему, алло, он просыпается, я говорю, привет, бизнесмен, там, предприниматель. Ты почему спишь до 12? Сейчас уже понедельник, вторник, неважно, там среда. Я говорю, ты понимаешь, что в нашей жизни люди все дела делают. Вот в 6 просыпаются, вот бизнесмены, предприниматели там, и так далее. Они в 6 просыпаются, планируют свой день, одеваются с вечера, одежда готова у них с вечера. Они утром раз, знают, что одеть, знают, что покушать. У них план, капкан, с 6 до 8 они планируют. Потом они где-то уже у себя в офисе на работе. С 9 до 10 они делают звонки, с 10 до 11 они делают встречи, в 12 они еще встречаются, когда обедают, а потом уже выключают компьютер и занимаются своими делами. Я говорю, почему у тебя наоборот? И вот он сидит негатив, он постоянно говорит, что у него все плохо, у него не идет, и он говорит, я поеду в Москву. Я говорю, молодец. Человек, который не умеет зарабатывать деньги в Тюмени, поедет в Москву зарабатывать их там. Я говорю, ты маленько взвешивай это маленько по-другому. Почему? Потому что, когда ты здесь доходишь до уровня предпринимателей 300 тысяч в месяц, тогда у тебя задается вопрос, да, где меня себя реализовать дальше? Потому что, когда мы общаемся в кругу предпринимателей, потолок заработка 300. И самое главное, ну, потолок заработка – это молодые предприниматели, которые занимаются, ну, вот, нишами, которые сейчас современные, более-менее. Я не говорю уже о больших компаниях, как бы, там уже другой уровень, и мы до него дорастем, когда нам будет лет чуть постарше. Вот. Вот. Поэтому у каждого бизнесмена-предпринимателя есть свои тревоги, и они заключаются абсолютно в разных направлениях. Почему? Потому что вот я, когда шагнул высоко вверх и понял, вот знаете, когда я курил, было, конечно, давно неправда, но тем не менее, когда я сейчас многим людям говорю, вот сейчас, которые курят, я говорю, я когда-то там курил, лет 16, там, а, да там так не считается. Я говорю, нет, ну когда-то я осознанный человек был, я считал, что я это делал осознанно, я должен бросить, и не мог бросить, и бросил. И потом, когда я бросил, прошло время, я понял, что об этом даже можно написать книгу, но сейчас, если бы мне сказали, напиши ее, я бы уже не смог, я не помню тех чувств. Когда я взял первый раз микрофон в руки, это было 9 мая, мероприятие, и очень много людей. Я взял микрофон, у меня был папа на мероприятии, мама, там родственники. Ну, 9 мая, праздник, у нас спортивное мероприятие, там турники стоят, мы отжимаемся за победу, за каждый прожитый день. И потом, в конце мероприятия, мне было так страшно, мне говорить страшно, мне общаться страшно, мне на людей смотреть страшно, я сидел, я не знал, что сделать, говорю ли я правильно, говорю ли я то, чего я хочу, там, говорю ли я то, чего хотят услышать люди. Потом папа мне еще, подходит в конце мероприятия, да, я говорил тебе читать книжки. Я спасибо говорю, ты меня так поддержал. А меня это опять закусило, я не бросил микрофон. Я наоборот взял, и сегодня мне говорят, давай петличку оденем. Я говорю, нет, я люблю вот так, когда я контролирую свой голос и могу под вас его построить. И без голоса, без микрофона я уже не могу говорить. Мне всегда комфортно сейчас говорить вот так. Но страх был колоссальный, тревога была колоссальная, что я говорю, вот как, а вот как это преодолеть? То есть у каждого свои тревоги. Там ребенок заболел. Здесь можно уже говорить о разных факторах. То есть пошел ребенок в садик, заболел, сидит дома. Вот если по-своему это говорить, зачем маме надо, чтобы заболел ребенок? Не почему, зачем? Ответ. Затем, чтобы она не переживала, когда он в садике, и он был рядом. Мы ответили на этот вопрос? Психология обычная, да? Соответственно, как бы мы сами хотим
подсознание, чтобы у нас было вот так, как сейчас. У многих есть зона комфорта. Зачем мне зарабатывать 200 тысяч, которые я не буду знать, куда потратить? Мне они не нужны, я не думала, куда я их буду тратить. Вот, например, я всегда привожу пример, я дам тебе 950 тысяч. И человек говорит, ну я их потрачу, не знаю, там машину. Я говорю, какую? Ну какая сейчас стоит 950 тысяч? Я говорю, так ты не знаешь. Нет. Квартиру. Я говорю, какую? А он не знает. Я говорю, вот поэтому этих денег у тебя нет. Когда человек ставит цель, знает, чего он хочет, просчитывает, смотрит свои возможности и не как сэкономить, а где дополнительно заработать денег. Этого бояться не стоит. Почему? Потому что когда-то я работал, ну, у дяди в офисе, все, у меня было все хорошо, с армии пришел, устроился, все, трудился, даже больше, чем сейчас тружусь, еще раньше вставал, еще позже ложился. Все, и вроде как стабильно, все прекрасно, все хорошо, ипотека, семья, дети, все, как у людей, да, вроде вот все, мне лет мало, я такой бам, думаю, а что, все что ли? Ипотека, семья, дети, кредит, работа, стабильность, все, потом сижу, думаю, нет. Стабильность – это плохо. Когда у вас все стабильно, вы должны сразу себе говорить, так, надо, пора начинать переживать. Почему? Потому что стабильность в бизнесе и спорте плохо. Почему? Потому что всегда должно быть развитие. Если у вас его нет, ну, если вас так устраивает, это ваша зона комфорта. Из нее тоже хочется вылазить, и когда вы раз-два вылезете, не по обстоятельствам. Вот я пришлось по обстоятельствам. После Нового года, несколько лет назад, там приехал начальник с отпуска, и мне говорит, понимаешь, сейчас там вышли законы, мы в газовой сфере работали, вышли законы, так и так, и так, ну все, как бы, пиши заявление, тебе надо уйти. И я такой, знаете, как бы, тревога, такой думаю, да, я эту тревогу слышал только в армии, когда мы поднимались очень быстро и со всем выносом имущества, стояли на плацу в трусах и ждали дальнейших распоряжений своих командиров. А здесь не на кого равняться, я сижу и понимаю, папа, мама мне не помогут. Где-то взять денег, перекантоваться у меня таких нет. И тут я начал шевелиться, что-то делать и говорю, все, мы начинаем жить по новой, по-взрослому. Пошло-поехало, вот она, да, тревога, вот она, будто вот все. Я не знал, мне можно было лечь, и я сам себе сказал, все, никаких спать. Встал в 6 и что-то думать, генерировать, пока это не произойдет, пока мозг мой не включится, пока я не начну. Я зарабатывал тогда максимум, потолок там 35 тысяч. Все, у нас, ну, жена там зарабатывала тоже там 20-25, когда как все вот эти 50-60 тысяч мы получали, как бы, чтобы платить 25. Ну, сейчас у меня там 26 мы платили за ипотеку, ну и там расходы, сами знаете, сколько покушать, пописить, покакать, там туалетная бумага, ну, все это уже... Еще 30 минимум втроем, просто экономия. А когда я ударялся в спорт, кушал правильно 5 раз в день, где-то там перекантовался в кафе, там, но у меня 1000 только на еду, и, соответственно, как бы там 200, там 250, все, и тоже очень сложно и трепетно. Мы открыли филиал тренировок, потом открыли через буквально полгода спортивный зал, я ударился в стройку спортивных объектов, начал запускать онлайн-проекты именно в тренировках там, по похудению и так далее, и так далее. Все, и постепенно, помаленьку, потихоньку я это делал. И потом, когда, знаете, я такой раз и задумался такой. Так, прошел месяц, я заработал 30 тысяч. Такой думаю, блин, классно. Вот он, все. Я вернулся в тот уровень, и ничего, в принципе, у меня плохого не произошло. Заработал 50. Такой думаю, блин. Нифига себе, круто, как бы работая во всех направлениях. У меня, я работаю год бесплатно в стройке, потом закрываю все по бухгалтерии, там, по отчетности, и, соответственно, там у нас есть моменты. И в каждом направлении, сегодня быстро пролистаю презентацию. В общем, когда заработал там 100 тысяч, думал, блин, прикольно, 150, думаю, что, реально, что ли, в Тюмени можно заработать 200, только ты нам да, ё-моё. Потом думаю, а сколько я заработаю за 2 дня, там, 100 тысяч заработал. Такой думаю, да блин, ну классно. И получаешь это вот моральное удовлетворение. Потом думаю, а сколько я максимум заработаю? 300. Потом вспоминаю тех этих бизнесменов, предпринимателей, которые говорят, 300 ты заработаешь.
а вот что нужно сделать такого, чтобы заработать больше, это тебе нужно еще подумать. Я сижу такой, думаю, блин, действительно. И когда уперся в потолок, познакомился с городом Тюмень. Ну, я всю жизнь как бы здесь жил, коренной. Но тем не менее, я начал общаться с людьми, ездить по интерактивам, общаться с разными бизнесменами, предпринимателями в Ситимоле, там, чей Бруклин Боулинг, да, там, мы там, друзья, Раджа Файт, там, ММА, там, ну, вот, Сибириан Фитс, там, с директорами, с управляющими, со всеми мы хорошо дружим, общаемся, вот, делимся опытом. У всех есть тревоги, но вот эти тревоги, знаете, они как бы, их нужно немножко как-то вот не думать об этом, наверное, я всегда боялся. Как это все открывалось, это, конечно, было смешно и страшно, когда я отдал за месяц каникул своего аренда, ну, на аренду зал, последние деньги. Раз отдал, такой, думаю, офигеть, все, мне никто не даст денег, я не знаю, где их брать. Ну, а сейчас, как бы, совсем все по-другому, когда остаются лишние деньги, сидишь, думаешь, блин, они остаются лишние. И самое главное, когда у человека появляется все, вот на моем примере, у двух людей в жизни пропали все мечты. То есть были два молодых парня, у которых я хочу Мальдивы, я хочу там мотоцикл, я хочу там то, я хочу это, у него все появилось. Потом пропал человек. То есть он не знает, чего он хочет. У него нет мечты, у него нет желания, у него нет цели, у него нет ничего. Все, молодой парень пропал. Попробовал все, чего хотел, и понял, что это, когда появилось, ничего в принципе в жизни-то не изменилось. Только те удовольствия, 5 минут, который получает ребенок от новой игрушки. Вот и все. А сейчас я понимаю, что мне нужно найти вдохновение. Вдохновение того, что я буду делать для себя по кайфу. Мне все говорят, так ты же живешь в кайф, у тебя все круто. Я говорю, ну да, как бы, но у меня есть маленько другие планы. Я хочу жить месяц там в Турции, месяц в Таиланд, месяц там, месяц там, месяц там. И приезжать сюда, чтобы обо мне хоть скучали немного, потому что приезжаю в другой город, там аудитория в 200 человек. Приезжаешь в родной город, аудитория чуть меньше. Вот, как бы, тем не менее, ну это у нас, знаете, запретный плод, когда человек куда-то приезжает, там гораздо больше активничают, а тут меня каждый день видят по 30-50 человек, как бы все со мной наговорились, наобщались. Всегда, когда происходит какой-то проект, все спрашивают, о, можно ты будешь наставником, ты будешь рассказывать, как, что, зачем. Я всегда, есть такая притча, ходит человек в туннель, с пустым мешком выходит в полном. С пустым мешком выходит в полном. И один сосед, который жил недалеко, спрашивает, что у тебя там? Уголь? А на самом деле там было золото. Как бы никогда человек по факту, да, не расскажет, как он чего-то добился и сколько он там зарабатывает. Ну, я как-то наоборот, я говорю, хотите, занимайтесь, можете, занимайтесь. Я говорю, конечно, каждому предпринимателям, директорам в жизни быть сложно, потому что сейчас вот появились там разные направления, там, вложения денег, там, биткоин, там, все слышали. Я всегда говорю, они начинают, знаете, говорить, вот смотри, я сейчас туда вложу денег, заработаю, ничем заниматься не буду. Я говорю, так ты тренер. Я говорю, вот смотри, мой парикмахер будет зарабатывать непонятно где и не будет меня стричь. Ты меня не будешь тренировать, ты меня не будешь кормить. Я говорю, ребят, нет, мир услуг – это самая лучшая вообще сфера деятельности, так что просто будьте лучшими в своем ремесле. Ничего не бойтесь, и у вас все будет супер. Друзья, ну что, а у нас 20 минут прошли, и у нас интерактив вопрос-ответ. Спасибо, Сергей, за прекрасную лекцию. Друзья, настало время обсуждения и комментариев. Кто-то хочет задать вопрос нашему лектору по поводу нашей темы, его выступления. Кто первый? Меня зовут Владимир. Я все-таки хотел уточнить маленький нюанс. Дело в том, что тема этой лекции называлась «Тревога и спорт». Mm. Да. А вот ответа я не получил, потому что где здесь вот выход этой тревоги именно через спорт, непонятно куда. Да, ну да, это один из ключевых, конечно, моментов. Я об этом несколько раз думал и всегда хотел подвести, но у меня всегда так, я начинаю, когда говорить об одном, улетаю куда-то. А спорт и тревога. А давайте посмотрим наш гормональный фон. Мужчина, женщина, тестостерон, эстроген, эстрадиол, пролактин и так далее. Да, весь гормональный фон, начиная от печени, там, заканчивая там,
всем остальным, грубо говоря. Тренировка. Вот когда мы сидим, как мужчина, сложа ноги и корпус, да, и пережимаем две части тела, наше кровообращение, оно нарушается. Сердечный ритм, пульс, давление и так далее. Мы должны принимать всегда вот такое положение и всегда, грубо говоря, быть на ногах. Но мы вечером, ночью спим, благо, если мы не покушали на ночь. Утром мы стоим в лифте, машина нас не раскрепощает, и мы сидим в машине, либо в такси, в офисе мы сидим на стуле. Наш гормональный фон, особенно вот если говорить про мужчин, он просто тухнет, загасает. Все, мужчина перестает быть мужчиной. Соответственно, чтобы ему провоцировать все гормоны, и чтобы чувствовать, и чтобы было желание, а не просто он начал умирать, как говорится, да, ему нужно обязательно в первую очередь тренироваться, заниматься собой. Мужчина-охотник, девушка-собирательница, соответственно, они должны всегда шевелиться, и только при нагрузке будут нормальный гормональный фон. От нормального гормонального фона сон, обмен веществ, питание, самочувствие, здоровье мужчины, иммунитет, он будет всегда в нормальном поддержании своего режима и порядка, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной. Отсюда уверенность в сексе в первую очередь, уверенность в женщинах во вторую. Потом уже идет бизнес, принятие решений, мысли. Это все в первую очередь, и во вторую, и в третью, и во все, всегда номер один. Если мужчина ничего не делает и не шевелится, гормональный фон гаснет. Особенно если он кушает и ничего не делает, начинает повышаться женский гормон. Эстрадиолы, эстрогены и так далее. Соответственно, женский гормон, превышая на единицу больше тестостерона, тестостерон гаснет. И тестостерон сигналит. Этой толстой женщине тестостерон не нужен. Появляется женская грудь, появляется пищавый голос, и он превращается в женщину, которая не может принять решение. Поэтому, друзья, если заниматься спортом, тренироваться, в первую очередь человек будет дисциплинирован. Почему? Потому что спортсмен – это тот человек, который любой ценой добивается той цели, которую он поставил. Ну а в жизни, в принципе, как в спорте, так и в бизнесе, цели, задачи, перспективы и планы по-любому должны быть номером один. Поэтому, друзья, чтобы чувствовать себя всегда уверенно и прекрасно, спорт, ну, минимум 3 раза в неделю он должен быть обязательно. Вот. Примерно вот в таком формате. Почему? Потому что те же страхи, тревога. Ну, тревога, наверное, больше, наверное, у мужчин сейчас в наше время это неуверенность. Неуверенность мужчин, например, сколько я общаюсь, там, девочки, мальчики, девочки говорят, ну да, нам осталось только отрастить усы и подкатить к мужчине. Да? Как бы вот формат элементарный. Поэтому здесь как бы надо... Ну, парни просто у нас... Нет, сейчас никого не пытаюсь там оскорбить, но просто девочки жалуются, и примите это к сведению. Не надо сидеть сложа руки, тренируйтесь. Это небольшая просто быстрая презентация, которую я тоже думал привести к тревоге, международное направление наше, которое мы занимаемся. У меня это одно из направлений. Можно пролистать, я проговорю. Дальше, ну, воркаут – это молодое относительное движение, когда собирается очень много людей. Вот такие массовые мероприятия, что они дают? Всегда, когда мы начинаем это организовывать, тревога просто зашкаливает. Переживания, нервы, планы. То есть я знаю, какое мероприятие должно быть, но оно таким никогда не бывает. Оно бывает у организаторов чуть по-другому. Но люди, зрители, они этого не чувствуют. И самое главное, мы получаем оттуда очень много эмоций. У нас свобода выбора, мы занимаемся где угодно, на чем угодно, развиваемся всесторонне, как мальчики, так и девочки. Можно дальше. Вот ряд мероприятий, организация спортивных мероприятий. Тоже сталкиваемся с разными трудностями, но когда мы этим горим, болеем и жаждем, у нас проблем как бы с этим не бывает. В плане, если сказать, что, например, какие тревоги бывают у меня, ну, больше, наверное, за ребенка, что ли, вот инстинктивно у меня, ну, сын, вчера ему исполнилось 4, и вот мы занимаемся стройкой. И вот когда что-то случается, какой-то вот момент, там, казус какой-нибудь, там, ну, он, конечно, редко болеет, но, тем не менее, там, да, стоит переживать. Но там больше переживания инстинктивные, те, которые у нас идут планированные. Я знаю, что сейчас к чему я готов, какая у меня цель.
что предстоит. И если я ехал сюда на лекцию, я уже заранее внутри себя успокоил, что все друзья, все свои, все хорошо, все будут слушать и задавать вопросы, и будет только один позитив. И поэтому любая информация, которая сегодня здесь сказана, она должна быть полезна. И в дальнейшем за этими стенами люди, которые сегодня здесь, может быть, познакомились, они будут взаимодействовать и помогать друг другу. От питания тоже много чего зависит. Как я уже и говорил, если мы питаемся и набираем вес, то наш тестостерон, соответственно, будет гаснуть из-за преобладания женского. Ну а он будет в первую очередь из-за ожирения, сладкого и так далее. Просто здесь вот от этого, да, ну, это перекусики, алкоголь. Кстати, вот тоже, да, вот стрессы, тревоги, страхи, все начинают запивать алкоголем. Это самая колоссальная такая проблема и ошибка. Отдыхать. Пролактин, гормон, за что отвечает, кто знает? Никто не знает? Поднимите руку, кто пролактин вообще знает, гормон? За что отвечает? А? Да, тревога, стресс, и он является женским гормоном. Это все можно включать. Вот, у мужчин он тоже есть, и это гормон стресса. Соответственно, здесь, когда недавно девочка тренировалась, не могла похудеть, она сдала гормона, но у нее заболела там грудь, у нее есть ребенок. Пролактин завышен, вес немножко набран, стрессы. Как избавиться от них? Ну, отдыхать, читать, отвлекаться, слушать расслабляющую музыку, потому что выходя из дома, у нас начинаются раздражители, знаете, у меня был какой-то когда-то, помню, период такой. Реально выходишь из дома, тебя все раздражает. Человек идет впереди, просто медленно он тебя бесит. Там, не знаю, там ты выходишь с кем-нибудь, сталкиваешься лицом, вы не можете разойтись, тоже начинает бесить. Но потом, когда человек находит более-менее себя, уже становится гораздо проще, легче. Ну и когда мы, вот знаете, еще на дороге еду, всегда позитив, все хорошо, прекрасно, улыбаешься. А потом смотришь, тот злой, тот там что-то тебе там пытается там. И думаешь, неужели вокруг столько негатива? А оно действительно так. Человек не успел, не поел, не сходил в туалет, не выспался. Все, и у него начались такие вот проблемы. Поэтому здесь нужно об этом всегда думать. И думать о том, что зачем я нервничаю, когда стоя в пробке, торопясь, например, сюда на конференцию, вы понимаете, что быстрее в этой пробке просто не сможете приехать. Просто перестаньте нервничать и сказать, ну да, ну опоздаю, ну задержусь. Поэтому кто-то к этому относится нормально, кто-то относится очень трепетно. У меня чувство ответственности всегда зашкаливает, и поэтому я вообще всегда переживаю, нервничаю, седые волосы, нервы, все плохо. Но пытаюсь справляться с этим. Спасибо, Сергей. У нас еще один вопрос. Пожалуйста. Сергей, здравствуйте. Я заметил такую тенденцию, что есть люди, которые не ходят в спортзал, и они находятся в постоянном стрессе. Ну, заниженная самооценка, низкий тонус мышечный, понятно, там пролактин, наверное, но... А есть другая сторона медали, как это... Люди, наоборот, с фанатизмом ходят в спортзал, даже если у них есть хорошая фигура, там, девочки, мальчики. Но при этом они все равно находятся в стрессе, и у них это превращается в другую форму, какое-то превосходство над другими. Такое узколобое мышление появляется, тоже агрессия, агрессия. Я вижу, что одни растолстели в стрессе, другие все такие мышечные, но твердые, как камень в стрессе. Вот где золотая середина? Как нужно объяснить людям, чтобы они, занимаясь спортом, при этом не становились спортсменами, а оставались людьми? Ну, здесь тоже щепетильный такой момент. Как бы есть, сам лично знаю, есть такие там большие ребята, да, такие качественные, и у них вот заходишь к ним, у них шутки об одном, движуха об одном, но они этим живут и болеют. Это их как бы окружение и их мышление. Как бы всегда говорил, когда там один спортсмен там накачанный пускай, троллит, дрища, как они это любят. Я говорю, так ты помоги ему. Сам все такими же были. И здесь вчера приехали ко мне девочки в гости перед тренировкой, мы с ними общаемся. И они, знаете, вроде не полные и не стройные. Вот такая золотая середина, вроде как вот она, вот все хорошо у нее, проблем нет. Я говорю, девчонки, вот смотрите, когда вы уже будете большими и будет поздно, вы забейте тревогу, побежите в зал.
сейчас, когда у вас пока все хорошо, и вы себя утешаете, и отговорки у вас потом, завтра и так далее, то говорю, здесь, вот сейчас-то как раз-таки и надо заниматься. Потому что приходят, в частности, в зал, те, у кого действительно все классно, все уже подтянутые такие, все хорошо, они приходят, они все просто поддерживают, от этого получают удовольствие. Они не мучаются. Я говорю, до предела доводить нельзя, потому что потом цена вопроса обернется, ну, в долгое время, в сопли, слезы, пот, кровь, может быть. Поэтому придется, нужно задумываться всегда. Не знаешь, что делать? Действуй, занимайся собой. Встань и иди куда-нибудь, куда глаза глядят и ноги тащат. Поэтому только там начнешь разбираться с теми делами. Потому что кто сидит, вот стрессуют те, кто ничего реально не делает. Вот на работе он делает одно и то же уже под копирку, его просто уже раздражает. Просто надо человеку устать. Вот реально устать физически, просто вымотаться. Потому что морально это одно, физически это совсем другое. Как говорят, секс снимает стресс. Видимо, может не хватает кому. Сергей, вы сказали о том, что вас раздражало все вокруг себя. Как вы с этим моментом справились? Да, я говорю, что когда... Вот в первую очередь, это был такой период, когда я работал на работе по неволе. То есть мне надо было встать, поехать куда-то, к кому-то, ради кого-то. И меня это всегда почему-то так гложило, что ли. Я не мог успокоиться, потому что, какие-то амбиции, может. Я всегда говорил, все, надо встать, успокоиться и сделать. Потому что это в любом случае делать надо. Вот. Самовнушение. Да, это, вот тебе нужно поехать, сделать, вот у тебя есть план. Ты можешь торопиться, я всегда вот, чтобы, в первую очередь, у меня всегда вот эти вот, я стрессую тогда, когда у меня, я опаздываю, когда задерживаюсь, я не могу себе позволить. И поэтому я всегда лучше встану на час раньше, приеду на час раньше, досплю это время, например, в машине, если я кого-то жду, либо поднимусь, подремлю, там, в кафе посижу, там, отдохну, но я расслаблюсь. Я подумаю о себе, подумаю о дальнейших действиях, о целях и так далее, но вот в это свободное время. Потому что, со сном у меня совсем другая ситуация. Спать 6 часов в выходные, там 7-8. Вчера я сижу такой, думаю, круто, завтра выходной, посплю 8 часов. Потом вспоминаю, что мне надо вставать-то пораньше. А лег в 2. И все, и встал, ништяк, все хорошо. Я всегда себе делаю сон час, если я устал днем. Сплю час, и мне прям классно. Мне нравится. Спасибо, Сергей. Еще есть вопросы? Еще вот молодой человек. Здравствуйте, Сергей, спасибо за вдохновляющую лекцию. У меня вот такой вопрос. Вот приходят ли к вам на тренировки со своими детьми? То есть вот меня интересует, вот тревога возникает не только у нас, но и у наших детей. Может быть, как-то считаете ли вы правильным вообще вот вдохновлять детей, вот как бы брать их с собой и вовлекать в спорт, и, может быть, таким образом тоже, может быть, и свои собственные тревоги тоже понижать? Да, это безусловно. Почему? Потому что каждый, да, переживает в первую очередь. Что вырастет из чада, кто вырастет, как вырастет, зачем вырастет. И в первую очередь у нас, как обычно, не хватает времени. Они растут где-то, что-то, как-то. А, по детям. Один раз подошел ко мне папа, ребеночка. Ребеночку, он 10-9 лет, такой полненький. Подвел его за ручку и говорит, чем его кормить, чтобы он не был таким. Я говорю, а вы положите в холодильник все то, чтобы он не был таким. Обезжиренный творог, я не знаю, там, сыра немножко. Все немножечко, но вот все, что у вас в холодильнике есть, вот он так и выглядит. Ну, если, конечно, не было гормональных сбоев от прививок, там, и так далее, и так далее. Ну, это разные моменты. Если абсолютно ребенок здоров, все хорошо. Сейчас проблема. Компьютерные игры, психологическое, просто психологические расстройства от того, что «Папа, отстань, там, ноги, руки по столу, компьютер, там, это плохая игра, я там бумер» и так далее, они попадают, когда вот виртуальность, где можно пересохраниться, можно убить, можно все сломать, застрелить, умереть и потом появиться заново, они маленько путают это с реальностью. Реально, вот вспомните себя детьми, когда вы верили в Деда Мороза, вы действительно его по-своему представляли, и он для вас был Дедом Морозом? Вот прям вот я вот сколько помню, прям у меня родители так подстраивали это все, что... Открытая форточка, дует ветер, лежит подарок. Я думаю, действительно, ничего себе. Я это помню.
И как бы, и вот представьте сейчас его в той виртуальности, когда он играет. А сейчас эти очки, телефон там вставил, там попал вообще непонятно куда. А мы забываем о действительности. То есть дети сейчас, это, ну, очень сильная проблема. Дети на тренировке, они ходят, но в зависимости, конечно, от дня недели, в зависимости от количества человек, потому что это небезопасно. В первую очередь у нас есть детское, ну, отдельное время. Кто уже 7 лет, ну, постарше 5, чтобы он осознанно понимал, что дядя может его ударить, там, упасть на него и так далее, они приходят, и самое главное, подавать правильный пример. Есть, приводят разных детей. Один ребенок по потолку бегает, уже там папу переезжает, он соревнуется с папой. Второй ребенок у папы просто сидит и наблюдает. То есть, как бы, это нормально. Почему? Потому что заставлять никогда не надо. Я довел до того, что мой сын каждое утро: папа, не уезжай, если уедешь, я с тобой на тренировку. Я говорю: да я не на тренировку, а на работу. Я с тобой на тренировку, меня там оставишь. В 4 года человек уже хочет прям быть и знать. Но он приезжает на тренировку, здесь тоже надо понимать. Он будет баловаться или будет ходить по струнке дисциплина? То есть, как мы дадим ему такое направление? Потому что, если он начнет баловаться, ко мне привозили детей-гимнастов, там лучше солдат, они там так построились, так делаем. Он ходит, он боится что-то сказать, улыбнуться. Я говорю: блин, дети, будьте детьми, давайте, говорю, это, есть покуражим, будем сами собой. А там дисциплина, прям они вот так. С одной стороны, политика спорта, да, все, ты чувак в большом спорте, ты как взрослый. Все, они вот так. Но мы даем расслабляться, баловаться, тем самым они более так, менее раскрепощенные, и с ними мы как с друзьями. Как бы они с нами там, ну, кто-то на ты, кто-то там на вы. Для нас это как бы нормально, и у нас в первую очередь обязательно дети, пример, только собственные, никаких там, а я вот раньше, а у меня друг 100 раз подтягивался. У нас нет таких друзей, мы сами это делаем. Спасибо, Сергей. Еще вопросы из зала? Доброе утро, Сергей. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой. Все-таки возвращаясь к теме тревоги и спорта, вот у меня очень тревожная жизнь, прям не жизнь, а жесть. И я периодически хожу в спортзал, не так часто, как хотелось бы, но рассматриваю спорт как сублимацию. При этом, когда я занимаюсь спортом, вот я кручу педали, строю план на следующий день. Или там приседаю и в этот момент думаю, как разрешить рабочую задачу. Вот у меня вопрос, насколько это эффективно, и может быть вообще во время спорта нужно просто выключить мозг и сосредоточиться на упражнениях. Или может быть наоборот, то, что я в этот момент могу придумать, это будет круто, и ну вот пока еще не поняла для себя. Я всегда людям говорю, еда — это мерило любви, да? А давай встретимся, давай, где? В кафе. А давай встретимся, давай, где? Там, пожрем. А когда давай встретимся, где? В спортзале, на велике. То есть, если у тебя стоит цель профессиональная, там, мастера спорта, велик, там, да, и так далее, ну, к примеру, там, штанга, турник, неважно, то тогда здесь ты должна быть с головой полностью в спорте. У тебя должна быть план задача, сон, питание, тренировки, ну, и, конечно же, у тебя должна быть циклическая тренировка с развитием и прогрессом, с отдыхами и так далее. Если ты приезжаешь, чтобы просто разгрузиться, разгрузить мозг, если ты ни о чем не хочешь думать, ты должна себя загрузить чуть жестче. Просто, когда ты себя чуть жестче перегружаешь, мозг не хочет думать, но ты устаешь физически просто. Потом ты после тренировки принимаешь душ и понимаешь, блин, это кайф. Думать ни о чем не хочется вообще. Как бы, но если ты планируешь просто немножко отвлечься для себя любимой, для просто поддержания формы и такого здорового образа жизни, то здесь, пожалуйста, приглашаешь кого-то на встречу, покрутим педали, пообщаемся. Как бы вот в таком формате, как бы здесь нужно понимать, потому что, знаете, говорят, что мне делать, чтобы я, например, там набрал или похудел? Я говорю, люди абсолютно все настолько разные. Образ жизни, питание. Вот меня приучили кушать вот так. Я до сих пор кушаю вот так. Ну, что там, конечно, изменил. Кого-то приучили только траву есть, кого-то только мясо, кого-то там все вместе. Кто-то вообще ничего не ест, кто-то там только солнцем питается. Поэтому люди тут как бы здесь это разные. Но формат своей цели. Либо сильно устаешь, ни о чем не думаешь, либо комфортно тренируешься и думаешь, строишь планы наперед, либо любая встреча, которая будет абсолютно полезна. Спасибо, Сергей. Настало время выбрать лучший вопрос. Итак.
эти вопросы заново. Так. Ну вот про литий, наверное. Про литий. Да.